Всем привет, с вами Ольга Чернова. Хочу двухминутный ролик буквально быстро-быстро снять и показать, как выглядят мои ранние посевы, которым 3 недели. Посев был 29... Сейчас покажу вам. Посев был 29 января, пикировка 20 февраля. Вот им сейчас 5 дней после пикировки и 20 дней после всходов, 3 недели. Они выглядят все хорошо, пикировку все прожили, перенесли, пережили, не прожили, пережили. Ни одно растение не погибло, все сеянцы целые, здоровые. У них начал вылезать 3-й лист. Сильно отличаются, я уже говорила, те сорта, которые не толстоствольные, а такие, как тоненькие. Они вот так сильно как вытягиваются, лопушатся, увеличиваются. Вот сорт Настенька. Очень компактные, им вот 3 недели, они такие толстенькие, маленькие. Вот эти сорта, вот Демидов, тоже толстенький, коренастый. Тут же у меня вот Госпожа Удача, которая выбивается с общего строя, вот они. Потому что они во взрослом состоянии, они чуть повыше, хотя они тоже толстоствольные, с мясистыми такими, толстыми листьями, они все подходят и для раннего выращивания, но в готовом виде они будут немного повыше. У нее, у Госпожи Удачи, будет 1 метр высота, а у Демидова всего 50 сантиметров. Поэтому и в рассаде они смотрятся по-разному, но она тоже не вытягивается, я не боюсь ее садить в ранние сроки, она тоже компактная. И, конечно, сибирская тройка, вот она сразу различается, отличается своими вот такими резными листьями, как не знаю, с чем сравнить, как папоротник, не папоротник, кленовый лист, нет. Но видите, какая разница. Даже можно было бы их не разделять вот этой полосочкой железной. У Госпожи Удачи круглые такие, скругленные, а у этих остроконечные, резные. Все листики разные. Все они, это тоже пониже, она потому что сибирская тройка будет ниже, чем Госпожа Удача. Ну вот в возрасте 3 недели... Рассада выглядит вот так, и вся выглядит она по-разному. Вечный зов и розовый титан, они, видите, какие листья традиционные, стебли тоненькие. Эти у нас компактные сибирские дубки, Настенька, Демидов. И Госпожа Удача такая же, но чуть повыше. Вся рассада очень красивая такая, толстенькая. Буду надеяться, что она и дальше будет чувствовать себя прекрасно. Все, это был краткий видеообзор, как выглядит сегодня 25 февраля рассада, которую я сеяла 29 января и пикировала 20 февраля, 5 дней назад. До свидания, с вами была Ольга Чернова.